Проходите, 4 человека. Так, ну что, давайте пару слов расскажу об этом сооружении. Значит, это сооружение называется дольмен. А это дольмен корытообразный, редко встречаемый. Что это значит? Оно в основном встречается плитообразно. Это когда берутся камни в виде плит, может быть 4, может больше, их состыковывают, накрывают крышкой. То здесь же брался большой камень, внутри вырубалась как корыто.
и сверху накрывалась крышкой. То есть, если посмотреть, он абсолютно цельный. У него все стенки цельные, дно также цельное, только сверху крышка накрыта. И передняя стенка у него была цельная, здесь хорошо видно. К сожалению, она разрушена, но в этом есть свои плюсы, его можно рассмотреть изнутри. А вот вход дольмен был, вот это вот круглое отверстие здесь вот хорошо видно. А вот это был вход дольмен, она затыкалась каменной пробкой, эта каменная пробка хранится у нас в музее сейчас, этого дольмена. А, ну кто, зачем, почему строил дольмены, наука не доказана, есть только как легенды. Скажи, это вот самый есть Шапсугский дольмен? Да, да. Конечно, да. Угу. Возрастом он дольмен насчитывается 4500 лет. А, да, ну, как я говорил уже, кто зачем, почему построил дольмены, наука не доказана, есть только легенды, легенд очень много разных. А, ну, на самом деле, никто не знает. Вам, наверное, в автобусе рассказывали немножко, да. О чем это самое? Дольмену. Доказано то, что все дольмены обладают энергетикой. Некоторые дольмены положительные, некоторые отрицательные. Но, как утверждают уфологи, что этот дольмен обладает положительной энергией. Это сказывается, возле дольменов бывает, садятся батарейки, даже ставятся часы механические, бывает, даже машины не заводятся. Да, ее даже можно почувствовать, эту энергию. Если подойти к нему, положить две ладони на него, сосредоточиться, о чем-нибудь подумать, то в одной ладони можно почувствовать тепло, в другой холод. А, ну, скажу сразу, это не так просто, что кинул две ладони. Все. То есть, если постараться, то можно почувствовать, да. Ну, также не забывайте загадывать желание для дольмена. Пробуйте, фотографируйте, и поедем дальше. Ну, мы там сами дико приняли. Thank you.
скажем. Здесь у нас, значит, святой источник, который называется «Живой мертвой воды». Называется он так, потому что здесь с одного места вытекает два абсолютно разных источника. Брали анализ воды, лабораторным путем доказано, что они абсолютно разные. Разные по вкусу, по составу, по температуре, 2 градуса у них разница. Почему мертвая вода? Как показал анализ, вода проходит через залежи серебра, обогащается ионами серебра. А как мы знаем, в серебре не живут никакие биоорганизмы, ее называют мертвая вода. Ты не знаешь, что она плохая вода, она просто серебряная вода, без всяких биоорганизмов. А вторая водичка проходит через минералы, соли, обогащается, ее называют живой водой. Я вам сейчас покажу, где надо пробовать, чтобы почувствовать разницу, ну, где какая водичка бежит. Вот смотрите, вот отсюда у нас бежит мертвая вода, серебряная, сюда и сюда бежит. А вот отсюда тоненькой струечкой бежит живая вода. Сейчас середина лета просто, ну, напора нету, ну, при желании можно набрать, чтобы попробовать. Много не наберешь, правда, ну, где-то. А вот это следует. Да. А вот здесь две водички смешиваются, и мертвая, и живая вот здесь вот. То есть, понятно, живая, мертвая, серебряная водичка. Проходите, набирайте, водичка очень хорошая, она стоит очень долго, не пропадает, не протухает. Так, ну мы с вами приехали на место, которое называется мастерская дольменов. А предполагается, что здесь изготавливали дольмены. А потому что там, где стоят дольмены, камней таких нету больших. А здесь идет целая гряда этих камней кварцевого песчаника, из которого делали дольмены. А также здесь остались такие незаконченные заготовки. Вот один дольмен видим, начали делать и по какой-то причине не закончили. И с этой стороны также есть портальное отверстие. Здесь уже, как рассказывают ученые, делали
монолитный дольмен. Мы с вами были на крытообразном, там все стеночки целые, только крышка сверху одета. А монолитный дольмен, это когда через такое отверстие делают в нем пустоту, у него получается и крышка, и все стенки монолитные. Вот смотрите, если его отколоть вот по эту щель и перевернуть, посмотрите, получается дольмен. То есть это низ, а то вверх. Причем видим, что камень поддавался обработке, сделан козыречек, вверху был какой-то пазик, он откололся. А также внизу можно будет пройти, посмотреть тоже камни с пазами, какие-то части от дольменов, может быть крышка, может быть стенка. Вот там вот камушки стоят, как поколотые на плиты. Но самое интересное, здесь это вот дерево, которое стоит прямо на камне и растет. С той стороны хорошо видно, прямо на камне стоит, но, тем не менее, оно живое. Это дерево желания, можно подойти и загадать желание. Здесь два противоречия. Вот здесь камень на дереве, а здесь наоборот, камень в дереве. Вот прямо, смотрите, дерево, а в нем камень внутри. Да. Все это не ленитесь, обойдите по кругу, там снизу очень красивый вид на эти камни. И это, я скажу, еще единственное место, где есть недостроенные дольмены. Есть либо достроенные, либо разрушенные. А вот чтобы недостроенные дольмены были, это пока единственное место. Больше такого не находили. Да. Ходите, фотографируйтесь, смотрите.
Кому грязи мало, пожалуйста. Ну как ты собираешься ее досовать? Вот она, вся. Газировка идет. Ну, как бы, да, здесь, вот там вот есть. Да, здесь у нас грязевой вулкан под названием Солонцы. Единственный на Северном Кавказе, который находится в горной местности. Все остальные на Таманском полуострове. Здесь, значит, выделяется минеральная вода, очень соленая на вкус. А голубая глина, а бульбочки, это выходит газ. И вместе с газом еще выходит нефть. Обычно такие черные пятна, их видно, но сегодня не очень, да. А глина вообще лечебная, ее используют как в косметических целях, так и при различных там болях в суставах, конечностях. А противопоказаний никаких у нее нет, единственное, более 15 минут на коже держать не рекомендуется. Сейчас мы попробуем зажечь этот газ, который бурлит. Все достаем фотоаппараты. Подождите. Долго будем вот все. Надеюсь. А как там поджигали свечный огонь? Да, единственное, в этом году практически неактивен, в таком вот состоянии небольшом. В прошлом году у него глина, был выброс глины. Здесь все было затоплено этой глиной, подойти было к нему тяжело, почему строили эти мостики. А в этом году он все меньше, меньше и меньше. Но надеемся, что все-таки начнет. Ну, и при желании можно набрать вот здесь вот, где бульбочки идут, свежая голубая глина. Кто хочет, может набрать, а на речке приедем. Намазаться сметили вот там, вот тоже маленький гейзер, тоже выходит голубая свежая глина. Да. Кстати, в 40-е годы на этом месте стоял полевой госпиталь, лечили вот этой глиной и водой минеральной, очень полезная. Прям здесь госпиталь? Да, да, здесь рассказывают старики, да, что именно здесь. Также, видите, огорожено следы, животные идут к этой глине, видимо, зов природы, чувствуют целебные свойства, идут, пьют эту воду, стоят в этой глине. Да, а наверху у нас скальный останец чертов палец. Где? Вот он прям стоит, да. Большое землетрясение, они покинули это место, а когда вернулись, увидели скалу, торчащую из земли, 13 метров высотой. Чему и назвали чертов, число 13, это чертова дюжина. Был похож на кисть с вытянутым пальцем. Ну, до нашего времени сейчас там 7 метров всего осталось, но тем не менее красивая такая скала. Вот так вот по тропиночке можно к ней подняться, да, посмотреть. По тропиночке. Пойдем, сходим. Сейчас, подождите. На крайний камень. А сначала было 13 метров, да? Да, 13 метров. Поэтому так назвали. Вот какие? Смотрите. Это вверх сидит? Нет, вот камень торчащий, вот такой вот трещиной. Как профиль, да? Профиль, да. Глаз, нос, рот. А, сейчас вижу. Вот он отдален, да? Подальше. Не первый, а нет, второй, вот он, да? Да, да. Ага, точно. Выемка такая для глаз, да? Да. Ага, точно. Дух, наверное. Чёрт, темно. Да, с обратной стороны можно аккуратно залезть наверх, отсюда сфотографироваться. Вот очень красивый. Сейчас, да? Да, вот он рукой держался за нос как раз. Вот на самый верх можно забрать? Да, там, да вот.
блокирует, не получается. Шлепки рвать. Вот у тебя ведь шлепок уже еле дышит. Никит, ты полез туда. Сел за руль. Thank you.
кругом продают. Чем кислее, тем больше витаминов С. Да? Да. Ай, 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 ай. Она меня не пускает. Подожди, я тебя сорву. Она еще зеленая. Так надо черную вру. Купаться. А он не поехал. Там красная рыба. А, плавают. Смотрите, здесь ямка, и вот за мостом там еще ямка есть тоже глубокая. Здесь глубоко, не смотрите, она маленькая. Просто горная речка. Горная родниковая речка, да. Чистейшая. Первый поплавки. Мам, обелиск. Домой возьмешь, на память? Да пусть тут лежит. Как водичка идет. Смотрите, а вы всех снимаете? Холодная вода? Нормально. Да, вы пробовали? Родниковые. Давай. А это будешь плавать? Там сколько бугната? Вот стою. Да ладно. Сейчас проверим. Ну погугли чуть-чуть. Камни аккуратно. Кошки козявки. Вот здесь не стою. Thank you.
не слышу. Я не знаю, какая здесь глубина, но я плыву, мне пофиг. А я чувствую, что я иду под дну на животе. Где? Ты где рыба? Ну нормально. Не знаю, Рек, это не наша машина. Я знаю. Ну что, давай решай. А что? Должно быть. Это все? Так, только брызгали. Нет. Одну вторую. Берем, наливаем. Сухие. Чурчик настоять. Наливаем тарелки. Берем. 100 грамм еще не забудьте. 100 грамм берем. Ну а как же обмыть это все дело? Человек. Начало такого прекрасного отдыха. Не надо. Попьянка доберу. Так, можете сесть за соседний столик, чтобы не ютиться так свободно. Сейчас надеюсь. Возьми. На, сей здесь ножичек. Да, вино. А, у вас свое? Кошечки, ну как полагается. Да.
Приятного аппетита. Спасибо. Ну как вам экскурсия? Замечательно. Экстрим просто. Только вот идите на вопрос. А чем нет? Ну конечно. И по 75 грамм. По 75. А тут уезжайте. Я тоже, я как тебе сейчас нормально чувствуешься? Нормально. Ты сейчас песню Лошадки подводим только спереди, ни в коем случае не сзади. Подойдя спереди, с левой стороны, посаждает инструктор на посадку. Собираем левой рукой оба повода. Берем за переднюю губку сюда, хвост подает вот левую. Вставляем левую ногу, левое стремя. Встали, беремся правой рукой заднюю лупу сюда, делаем толчок от земли, махом правой ноги перекидываем через круг лошадь. Таким же образом вставляем правую ногу в правое стремя. Ноги глубоко в стремена, не засовываем, держим на широкой части ступни. Сев на лошадку, разбираем повода в такой последовательности. Правый повод в правую руку, левый повод в левую. Чтобы лошадка пошла, надо ударить пяточками по бокам. То есть вот таким движением ног заставляете лошади. Чтобы лошадка остановилась, потянули оба повода одновременно на себя. Правый повод потянули, лошадь пошла направо, левый повод налево. По маршруту будем двигаться друг за другом, соблюдаем дистанцию. Корпус, полтора корпуса лошади, только шагом. Вот и все, сложно, ничего нет. Слазим в обратный последовательность, правую ногу освобождаем, справа стрим, перекидываем через круг и аккуратно опускаемся. Вопросов же нет? Никогда не бывает. Все, пойдемте рассаживаться. А там Вань во дворе посадит. Мало. Назад идешь уже на расслабку. Не, хорошие лошадки вот. А вот парень есть? Классные. Ну, дадим малыша на дозор, а Вань, сади. Отойди. Впечатления, конечно, остаются. А вот откуда такие? Отовсюду. У нас экскурсия. Да? Да, да, да. Давай сюда, встань, давай, давай. А вот мне нужна ей кепка, чтобы она потом слетала, эта кепка, она переживала за нее. Ой, ладно. Солнца уже нет. Ладно, говорю. Вы слушайте меня. Где такого не было проката? Я хочу тебе сказать, у нас на Камчатке очень дорого. А здесь, как 700 рублей, здесь медицинское место, один момент. Как ты понимаешь, ты сейчас... Тут один, два в одном. Жди. Кто еще едет? Моя лошадка. Да-да-да. Сейчас тебе подберут лошадку. Ой, да у вас белая. Ой, красавица. Я коневеста. Да, все, ты поняла, как что не пишешь? Ногой. Я об этом не делала. Сбылась мечта? Видишь, уже ушки навострил. Не раз. Вот узнайте кличку животных. Ну сейчас, подождем немножко. Винни-Пухи стоят. Потом нажать надо будет. Вот когда на поле выйдешь, нажмешь на кнопочку. Ты ничего не видишь? Я не. Уже не видишь? Пойдем, ей, наверное, долго там еще будет. И пристань, вот на стременах пристань. А как его зовут? Я так и мне не сказала. Сейчас скажут. Сейчас все не встанут. Строишься. Мой мираж. Ты на себя тяни и держи вот эти вот так в кулачки просунь и держи за эту руку. Вот так. И она сама пойдет.
Не сильно не натягивай. Свободная она должна быть. Ой. Но она от комаров отошли. Не ори. Не ори. Так. Ну что, ты хотел? Ну, снимай себя. Ну, он получится. Давай тогда парня на чердке. Даем вперед. А лошадок как зовут, не сказали. Всех по-разному. А вот в розовом девочка сидит. Где? На розовом. Маленькая, малыш у нее зовут. А вот у этой? Яша. Яша. Сейчас они пойдут сами. Они сами приучились. Мне просто надо сидеть. Давай телефон. Нет, я здесь. Давай телефон, ты его уронишь. Ты уронишь. Ты уронишь телефон, дай телефон. Господи. Пойдет. Она не едет, она идет. Полетит. Рысь. Круто, да? Ай, ты запомнила, как зовут ее лошадку? Ты ногами приткни ее. Малыш. Малыш. Ты малыш такой. Ай, тебя на малыша посадили. Потому что она сама маленькая, малыш у нее хорошенький какой. Не бойся. Ты ногами приткни его. Так. Вот, да. Давай, давай, пяточка. Пяточка, пяточка. И он идет. Видишь, идет. Все, сейчас давай. Наладишь контакт. Давай, удачи. Девушка на зипе, поехали. Пяточкой там его. Пяткой! Бока! А, там пробка. А, красный, наверное, горит. Федеральный. Паспортный режим. Что там получается? Ой, а плохо, это... да? Так. Всем надо здесь. Вы как по-женски играете. Я блуждаюсь, я уже ругаться начинаю. Ой, у нас свой фотокорреспондент.